победы. Сложный матч сегодня получился. Да, очень сложный матч, но ребята молодцы. Вспоминали перед игрой поражение от Оренбурга дома, тоже со счетом 0-2? Нет, хотели на позитиве выйти и сразу пойти вперед, забить голы, как у нас и получилось. Батраков молодец. Что сказали ему после игры? Дебютный гол у него был. Ну, похвалили его, все поздравили, тренер поздравил, все похлопали, ему очень приятно, конечно же. Он молодец, он что с Ростовом, что сегодня очень хорошую игру выдал. А что вы Максиму Глушенкову говорите, который уже 10 подряд передач сделал, там Сильянов только затесался между? Ничего не говорим, он просто надоел нам уже, как он это делает, не знаем. Ну, молодец, нам очень приятно, то, что такое есть у нас в команде. Ты сегодня проделал большой объем работы, несколько раз на газоне оказывался. Что там было? Столкновение, мячом попали, да? Ну, столкновение, да, это мое качество, борьба. Вот, я навязывал ее, вроде получалось, слава богу. Ну, надеюсь, и голы тоже придут. Поддержали не МС сегодня, который, конечно, в такой момент убойный запорол? Нет, ему хорошо, потому что команда сыграла на ноль, он защитник. Вот. Ну, то, что впереди он не забил, мы над ним посмеялись. Он сам тоже с позитивом это принял, так что все отлично. Как тебе атмосфера? Слышно ли было у наших болельщиков? Болельщиков очень было слышно, даже когда мы из отеля выезжали. Спасибо им большое, они большие молодцы. Есть шансы на медали? Обсуждайте это в команде. Ну, естественно, кто-то о чем-то говорит, то, что есть шансы, вот, и надеемся на лучшее, потому что не просто так мы целый год бились, старались, вот, ну, конечно же, последние матчи, может, не так хорошо нам удавались, не фартило нам, но сейчас мы настроены на позитив и на победу.